Всю наружную рекламу в городе посчитали. На улицах Самары почти 7 тысяч рекламных конструкций. Львиная доля из них – это реклама на фасадах зданий, меньше на крышах, ограждениях и заборах. При этом лишь 4% сооружений имеют разрешение. У остальных его просто нет, либо оно заканчивается уже в этом году. У владельцев сооружений есть выбор – либо демонтировать рекламу, либо получить на нее разрешение. Для этого придется заплатить госпошлину в размере 5000 рублей за каждую конструкцию. Эта сумма выплачивается единовременно на срок разрешения – 5 лет. Если предположить, что разрешения будут выданы на 30% от выявленных рекламных конструкций, предполагая, что на большую часть не удастся получить согласие собственников жилья, то возможно за счет госпошлины пополнить бюджет города на сумму до 10 миллионов рублей. В случае, если собственники так и не получат разрешение и не демонтируют конструкцию, их ждет штраф от 500 тысяч рублей до миллиона. Мэр Самары Олег Фурсов поручил главам районных администраций провести переговоры с владельцами рекламных сооружений по их легализации. Сейчас больше всего рекламы в промышленном и советском районах, меньше всего в Куйбышевском. 90% собранных денег пойдут в районы. Уважаемые коллеги, эту работу нужно организовать. На этапе встречи кто-то, конечно, откажется, кто-то согласится. Но штраф вот от 500 до миллиона рублей, я думаю, он будет здесь таким определенным катализатором, который либо, значит, ускорит легализацию, либо ускорит демонтаж этих рекламных конструкций. На переговоры с собственниками рекламных конструкций глава администрации дал 2 недели. Марина Матвеевична, Павел Пресняков. События.